свой день. И все, и он зачитывал. Где ты думаешь, что жизнь? Вот он вышел, все, все. Итак, друзья, начался у нас матч между Евгением Изотовым и Антоном Серковым. Евгений является явным лидером турнирной таблицы, и только чудо может помочь Антону Серкову и Кириллу Цветкову, чтобы они могли пройти финальный матч этого игрового дня. Ну, у Цветкова шансов побольше, у него 3 балла в активе. Вот что касается Серкова, то ему нужно здесь и сейчас брать быка за рога. Посмотрим, насколько это удачно получится сделать. По крайней мере, уже преимущество в леге он имеет на начале своего оппонента. Ну вот, 135 выбрасывает таки Изотов. И первым на окончании оказывается... Кстати, повезло, что именно в утроение 5 улетел дротик. Поэтому окончание и осталось. Неудачный подход сейчас от Изотова, и Серков может оставить себе окончание получше. Да, было попадание в 60, но далее неудачный бросок в пятерку. И, тем не менее, чуть попроще окончание будет у Серкова. 124 для Изотова, 54 нужно уходить. Но на бул выйти не удалось. Оставляет себе удвоение 16. А вот Серков не выходит на дабл. Справляется Изотов и делает это очередной раз очень успешно именно удвоением 16. Стабильно держит сектор Изотов. У Серкова снова на старте лега имеется определенное преимущество, однако насколько же стабилен Евгений на даблах, что не дает никаких шансов оппоненту. Напомню, что в первом круге Изотов обыграл Серкова со счетом 5-2. И вроде как были шансы у Антона, но опять-таки удвоения дают о себе знать. От Изотова, вот да, важные моменты начинает утроение находить Евгений. У Антона большие разлеты по мишени случаются довольно часто. Первым на окончании оказывается Изотов, в леге на начале Антона Серкова. Очень хороший уход сейчас, не с мишени, 134 есть от Антона и 157 на 147, равнозначные чекауты, но первым к мишени подходит Изотов, есть 60, но 57 не попал. По инерции бросал 60, оставляет себе удвоение 9. Есть 60 от Серкова, ой, не попал, удвоение 17, и тоже в 60 уже по инерции шарашил, при остатке 85, конечно... Если сейчас Изотов не справится, то
Можно сказать, что зря сделал так Серков, но уже не столь важно, поскольку со своей задачей Изотов совладал прекрасно. 2-0 повел Евгений. Очень уверенно он себя чувствует. И, наверное, по нынешним раскладам является фаворитом сегодняшнего турнира. Я напомню, что по круговой системе проходит у нас соревнование. Каждый с каждым играет по два раза. Люди, которые займут первое и второе место в турнирной таблице, сыграют между собой финал. А игроки, которые окажутся на третьей и четвертой позициях, станут участниками матча за бронзу. Хороший Зотов, сотня, затем 95 и провальный подход от Серкова намекают нам на то, что в этом леге борьбы будет немного. Вытаскивает себя последним дротиком Серков. А Изотов снова не остается без утроения. 96 на этот раз. Хороший лэг. 210 после 9 дротиков. Солидно. В стиле Джеймса Уэйда. Напомню, что PDC-шные турниры вчера завершились. Отыграли суперсерию. Сейчас классный подход был в исполнении Антона Серкова. 129 очков в наборе. Так вот, PDC-шные турниры завершились до 5 апреля, когда начнется у нас премьер-лига. Первый матч сыграют Нейтан Эспинол и Глен Даррант. Но вот все это время из-за локдауна, который сейчас в Великобритании, не будет никаких других турниров. Сейчас составляет себе окончание Серков. Но вот благо есть вот такие турниры, которые мы можем смотреть. Потому что совсем без дартс 2 недели обходиться, это очень тяжело. Через 19-й сектор начал Серков окончание 164 и потом классно ушел в бул. Молодец, все правильно абсолютно сделал. Но вот далее при остатке 95 снова играл в бул. Это уже нелогичное решение, потому что ничего этот бросок не давал. А сейчас 124 для Изотова, который он не закроет. И у Серкова в остатке 70. Он уже закрывал сегодня окончание 70. И в целом вот 70+, он неоднократно сегодня оформлял. Что будет сейчас? Два дротика в удвоение 8 снова. Какой важный бросок сейчас. И не справляется с ним Антон Серков. Очень все было близко, но близко не значит попал. Интересно, сейчас специально бросал Изотов в четверку? Просто он так на остатке 40 делал. Попадает в итоге Евгений Изотов и 3-0 повел. Каких-либо шансов уже очень-очень мало у Антона Серкова. Хотя сказать, что он колоссально уступает в этом поединке, тоже нельзя. Но насколько же сказывается опыт и стабильность со стороны Изотова? Так, читаю комментарии. Антон Жеребицкий. Кстати, да, Эспинол и Даза в такой сейчас форме, что непонятно, чего от них ждать. А там половина состава вообще непонятно в какой форме. Там и Герни ничего не может показать на плеер-чемпионшипах, причем уже очень давно. Там и Кросс вроде как какую-то статистику показывает, но в итоге рано вылетает. Там и Ванденберг, который входит со своим больным коленом, никак не может операцию сделать. Там, по сути, из игроков, которые реально находятся в хорошей форме, только Прайс да Клейтон. Ну вот Райт вчера выиграл плеер-чемпионшип, но я не знаю, насколько это можно брать за основу. Все-таки мало судить по одному турниру. Никита пишет, разменял точно 36. Ну, конечно, удивительно, как раскладывает эти окончания Евгений Изотов. И что более удивительно, это ему приносит на данный момент успех. Два по 60 от Изотова. 140 очков снова у него. И 221 после 6. Хорош, хорош. Очень часто разлеты случаются у Серкова. Видно, что он чувствует утроение, он часто в них попадает. Но вот если промахи есть, то они довольно далекие. Вот посмотрите, в пятерку, в семерку сейчас далеко-далеко дротики улетают. И насколько стабилен Изотов? Как все близко у Евгения. Сотня сейчас. И
И 6 дротиков минимум будет на закрытие 121 у Евгения Изотова. Снова при остатке 84 Изотов бросает у трения 18. Но... Мне просто пересадки 88 он бросал неоднократно в утроение 18. Сейчас 66 у него в остатке. И в удвоение 18 не попадает в итоге. Евгений, 170 для Серкова. Давай, Антон. Эх, близко было к треблу, но не попал. 36 для Изотова. Интересно, будет ли сейчас раскладывать. Но учитывая тот факт, что далеко Серков... Думаю, что будет. На этот раз раскладывание не довело до успешного результата Евгения Изотова. Да и он был довольно близок к тому, чтобы и вовсе промахнуться мимо сектора 4. Удвоение 8 для Изотова. Блестяще на чекаутах играет Евгений, 4-0 повел и может одержать сухую победу. Орешкин уже выигрывал сегодня свой матч со счетом 5-0. У Кирилла Цветкова это был дебютный поединок дня. И сейчас возможности такие есть у Евгения Изотова, не везет ему. Дротик оказывается на полу, по-моему, даже 60 очков решили протереть пол. Дартс-клуба D2. .125 от Серкова, и это шанс для того, чтобы один лэг отквитать, учитывая тот факт, что лэг еще и на начале Изотова, тем более все может быть очень хорошо. Дальше, с точки зрения перспектив победы и в следующем лэге, но, видимо, Изотов против, потому что он выколачивает 135 очков сейчас, и уже в равных позициях дартсмены находятся. Хорош Изотов, несмотря на провальный первый подход и очень успешный подход от Серкова. Снова он блещет стабильностью, а вот Антон 125 выбил и дальше подходы проваливаются у него. И Изотов полностью владеет инициативой в этом леге. Да, нужно оставаться в 20-м секторе, чтобы оставлять себе хоть какое-то окончание. Но в итоге этот уход вправо лишь повредил решающему успеху. 185 в остатке у Изотова. И окончание себе Серков тоже не оставит. 6 дротиков минимум на закрытие 185 у Евгения Изотова. Есть 60. 105 в остатке. Блестяще. 45 оставляет Изотов. 2 дротика у него должно быть. Удвоение 16 на победу в матче. А то, что он будет выходить на удвоение 16, думаю, никто не сомневается, учитывая то, как любит Евгений Изотов именно этот дабл. Не ошиблись. Удвоение 16. И Изотов не ошибся тоже. 5-0 одерживает победу Евгений над Антоном Серковым. Образцово показательный поединок провел. Хотя, вот как мы видим по цифрам, ничего сверхъестественного Изотов не показал. Мы понимаем, что может он играть и лучше. 78 у него средний набор при 85 первых 9 дротиках, средний выигранный лэг 19,2. Что ж, друзья, мы ненадолго прерываемся и будем ждать следующего поединка.